нашпиговал «Мерседес» сигаретами и отправился в Приднестровье. Крупную партию контрабанды пытался провести через Рыбницкую таможню водитель из Молдовы. Что можете пояснить по поводу происхождения этих табачных изделий? Сам буду курить. Объяснение не сработало. Мужчина на «Мерседесе» пытался нелегально провести через таможню мост Рыбница 4500 пачек сигарет из Молдовы. Сигареты он спрятал в нише за задними сиденьями. При досмотре тайник обнаружили. За содеянное перевозчику грозит штраф. Груз и «Мерседес» подлежат конфискации. Кроме того, оперативники полагают, что мужчина не первый раз нарушает закон. Теперь предстоит установить всю преступную цепочку, то есть лиц, задействованных в ней. От поставщиков до реализаторов, отметили в Государственном таможенном комитете.